течет ока, змеей петляя, вдаль убегая по лугам, и вся природа вдохновляет родиться песням и стихам. Я полон дум и впечатлений, и нет ни грусти, ни тоски. Я полон образных сравнений на берегу реки Оки. Именно эти строки из известного романса Анатолия Загрядского «Ока, Есенина река» вспомнились мне по пути в дивный по красоте природы Заокский район Тульской области. Этот край привлекал много писателей. Здесь черпали вдохновение Антон Чехов, Константин Паустовский, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина. Классические русские пейзажи не оставляли равнодушными и художников, писал свои полотна Василий Дмитриевич Поленов, чей музей-заповедник непременно стоит посетить. Я ехал в дачный отель «Юэлигош Парк», чтобы не только вдохнуть полной грудью чистый воздух, сменить городскую суету на сельское умиротворение, но еще и удовлетворить свое гастрономическое любопытство и отведать необычные блюда из органических продуктов от местных фермеров в лаковорском ресторане высокой кухни. Итак, преодолев расстояние в 104 километра от Москвы по Симферопольскому шоссе, в предвкушении новых впечатлений и релакса я оказался на подмосковном курорте с исконно русским гостеприимством и уровнем сервиса, за который мы так любим европейские отели. Какие ассоциации возникают у вас при слове «дача»? Лично у меня семейный выезд за город, который лишь условно можно назвать отдыхом, потому что проводить целые дни на огороде и в других хозяйственных делах-заботах явно не идеальный вариант для обретения гармонии души и тела после напряженных трудовых будней. На даче можно и нужно отдыхать. Именно эту идею и постарались воплотить в жизнь создатели дачного отеля «Юэлигош Парк». Построили на берегу Оки виллы сохраняемой территории, личной парковкой, зоной барбекю и лужайкой, где можно выгуливать своих четвероногих друзей. Кстати, им и тут рады и разрешают привозить с собой совершенно бесплатно. Места хватит всем членам семьи и большой компании, если в ваших планах укрепление корпоративного духа, иначе говоря, тимбилдинг. Светлые, уютные, просторные комнаты, стильный интерьер, новая мебель, современная техника, кухня, сауна и даже Wi-Fi с высокоскоростным интернетом. Одним словом, все блага цивилизации для вашего комфорта. Если вам обычно становится скучно на природе через пару-тройку дней и хочется активного и интересного времяпрепровождения, к вашим услугам рыбалка, конный клуб, веревочный парк, школа актерского мастерства Льва Дурова, где проходят разнообразные мастер-классы для детей. Еще одна, без преувеличений, местная достопримечательность – лаковорский ресторан «Марк и Лев». Отведать блюда из русских специалитетов сюда едут самые искушенные гурманы. Но начнем с того, что это первый в России лаковорский ресторан. Что значит лаковорский? Слово это иностранное. Local в переводе с английского означает местный. А латинское ворере переводится есть. Суть лаковорства в том, чтобы употреблять в пищу исключительно местные сезонные продукты, выращенные или произведенные в радиусе максимум 150 километров. За популяризацию в 2000-х годах этого благоприятно сказывающегося на здоровье стиля питания благодарят канадских журналистов А. Смита и Джи Маккинона. Однако, еще первый русский агроном Андрей Тимофеевич Болотов, чей музей-усадьба дворянина расположен тут же, неподалеку от Юэлигоша, в 19 веке озвучил идеи лаковорства. Конечно, я не преминул заглянуть в Марк и Лев на обед. Чтобы вкусить изысканные блюда высокой кухни из натуральных и свежих продуктов от местных фермеров. Шеф угощает своих гостей супом-пюре из репы, грудкой фазана с полбой и грибами, котлетами из гуся ржаной кашей, а на десерт мороженым из топленого молока с тульским пряником. Согласитесь, такое в меню редко где увидишь. На моих глазах он мастерски приготовил грудку фазана с полбой и грибами. Блюдо пришлось мне по вкусу.
тут же можно узнать, какие фермеры поставляют те или иные продукты. Например, Олег Покровский из деревни Новоселки привозит баранину, цесарку, свинину и гуся. А Дарья Платонова из Ясногорского района Иван-чай и травы. А еще интересно почувствовать себя агротуристом и лично съездить на ферму, чтобы пообщаться и увидеть все хозяйство воочию, узнать секреты, как делать домашний творог или варить пиво. Фермерские продукты всегда можно заказать на виллу или купить с собой в специальном магазине здесь же на территории. В ассортименте мясо и полуфабрикаты, варенье и соленья, самые разнообразные виды муки, травяные чаи, эко-сумки и сделанные своими руками сувениры. Свой культурный уровень и получить эстетическое удовольствие от созерцания полотен известного художника Василия Дмитриевича Поленова можно в одноименном государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике. Уникальный живой дом, куда должно приезжать, потому что здесь многому можно научиться, а не только получить удовольствие от созерцания красоты пейзажа и красоты коллекции. Сделано 120 лет тому назад. И ничто не изменилось. Кто-то может сказать, ну как это, все меняется. Но полярная звезда как стоит на одном месте и на нее держит путь моряки в море, вот так и полено. Вот оно стоит, как некий какой причал. Здесь действительно время остановилось, все осталось прежним, как и 120 лет назад. Один из исследователей русской усадебной культуры писал: «Судьбы русских усадеб похожи на людские судьбы, да и зависимы от них. Усадьбы – иногда прямое, иногда опосредованное отражение судьбы рода, семьи, отдельной личности».
именно с мыслями о собственной усадьбе или хотя бы дачном домике на берегу Оки, я мчался по трассе домой после насыщенного уикенда, полный сил и энергии, готовый к работе и творчеству. Компания Artex – один из старейших официальных дилеров автомобилей Land Rover. Наше качество проверено временем. Автомобили Land Rover идеально подходят для путешествий. У нас есть все возможности подготовить ваш автомобиль к дальней поездке. Специалисты Artex неукоснительно выполняют все рекомендации завода-изготовителя. Перед путешествием мы рекомендуем проверить ходовую часть, рулевое управление и тормозную систему автомобиля, регулировку углов установки колес, уровни технических жидкостей, работоспособность световых приборов, а также убедиться в отсутствии электронных неисправностей автомобиля. Полезным дополнением в путешествии будут оригинальные аксессуары –